Здравствуйте, с вами Екатерина Воронченко. Температура начала понемногу снижаться, несерьезно, но, тем не менее, ждать от сентября в любой момент можно чего угодно. Ну а завтра на севере днем до 27 градусов выше нуля. Облачность будет переменной, без осадков, зато ветрено. Северо-восточный ветер 7-10 метров в секунду с порывами днем аж до 13 метров. И ночная температура до плюс 15. В Дубосарах и Григориополе на градус теплее, здесь до 28 днем. Ожидается также переменная облачность. Предстоящей ночью ждем до 16 с плюсом. Ну а на юге абсолютно похожая погода. 26-28 с плюсом. Ожидаем переменную облачность без осадков. Ветрено. Северо-восточный ветер у нас 7-10 метров в секунду с порывами до 13 метров. И ночная температура радует. Довольно свежий плюс 16. Ну а в последующие сутки без существенных изменений. Мне на это все. До встречи.